Многие осудили поступок Дани Милохина, который покинул ледниковый период в разгар сезона. Тем самым блогер подвел свою партнершу Евгению Медведеву. Спустя неделю блогеру нашли замену. Решение Дани Милохина уйти из ледникового периода стало неожиданностью для всех участников съемочного процесса. Илья Авербух, Татьяна Тарасова, Александр Жулин и другие мэтры фигурного катания, задействованные в проекте, осудили поступок 20-летнего блогера. Но больше всего расстроилась, конечно же, партнерша Дани по шоу Евгения Медведева. Женя выбита из колеи, потому что это было достаточно внезапно. Переживает, да, но уже рвется в бой и хочет продолжать кататься, делился Илья Изиславович. Поэтому буквально на следующий день нерадивому Милохину начали искать замену. Рассматривалось несколько кандидатур, на льду были замечены и звезда ситкома Иванова Ивановы Алексей Лукин, Антон Рогачев из Дылд и даже сын Авербуха Мартин. Однако, свой выбор тренеры в итоге остановили на другом кандидате. Кататься с двукратной чемпионкой мира будет 27-летний актер театра и кино Федор Федотов. Зрителю он знаком по исторической драме Михаила Лакшина «Серебряные коньки», а также прошлому сезону «Ледникового». В паре с Татьяной Волосожар артист стал победителем проекта. Федор прекрасно держится на коньках, поэтому ему проще было влиться в процесс, рассказали источники на съемочной площадке. У пары было уже несколько тренировок, сейчас они проходят ежедневно. Они пробуют и хореографические элементы, и сложные поддержки. Плюс, конечно, сделана определенная ставка на схожесть с Даней, все-таки тандем у них с Медведевой был очень запоминающийся. Уже завтра Женя и Федор должны вместе появиться на съемках нового выпуска шоу.